Татьяна Михайловна, еще немного о художнике Александре Евгеньевиче Яковлеве. Мне кажется, в его картинах есть какая-то мистическая сила. И есть такая вот история. В Петербурге, в мемориальной квартире Федора Ивановича Шаляпина висит необычный портрет. Необычный, потому что... Чем? Скажите право. Знаете, я почему-то сейчас... Вот я говорю опять, ассоциативная память. Исаак Ильич Левитан заставил своего сжечь все. Конец, он ведь был практически богиня его была. Шмелева, да, с Ольгой Александровной, Брэди Субботиной. Такая интимнейшая переписка. Но вместе он с тем, сам, чтобы да, он даже сделал, как вы помните, какого цвета должна быть обложка. Да, вы понимаете, да, потому что все-таки великий писатель, автор, художник, все равно коллекционер. Она приняла решение издать, во-первых, те труды, которые мы подготовили издательством «Инартибус». И мы организовали выставку. Мы созвали неподалеку Пречистенькую, Пречистенькую Лавру. Это было, конечно, совершеннейшее. Очень большое, очень значительное, потому что впервые все... Я думаю, что Николай Иванович смотрел отсюда и потрясался, Thank you.
Вам моего друга и соведущего, заслуженного артиста России, режиссера, телеведущего Максима Аверина. Давай его, конечно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня действительно добрый, прекрасный праздничный вечер. Сегодня у нас даже несколько поводов считать этот вечер.